Здрасте, здрасте. Прямой эфир из нашей аллеи здесь, которая на нашем районе находится. В общем, там Гулливер, там красно-белый магазин, но неважно. Сидим с девушкой. Вот. И я взял эссу, ну это я уже обзор на нее делал. Это, короче, клубника, дыня. Чисто подкорректировать состояние организма, как говорится. Вот. Сегодня было, в принципе, нормально. Ну, вчера тоже было более-менее нормально. А вот пару дней назад что-то мне вообще хуево было бы. Короче, у меня был запой дня 3, блядь, опять новый. Ну да, дня 3, может 4, я не знаю. Ну, около 3 дней. А вот. Сейчас, бля, кто там, а, я думал, знакомый идет. Короче, дня 3 был запой, и я уже вот второй день выхожу с него, короче, с этого запоя. Но там был не очень сильный, в принципе, запой, потому что, блядь, бывало и хуже, как бы, так. Немного что-то борщить стал, дня 2-3. А, да это и то хуйня, блядь, это даже не запой, но так, слегка борщинул, короче, 3 дня подряд. Потом, короче, вот второй день уже снижаю дозы, как бы, дозировки снижаю. И нормально, более-менее. Вот сейчас даже, блядь, могу на работу выйти, похуй. Состояние позволяет, нахуй, слава богу. И завтра, кстати, выхожу с утра. Как-то так. Я хуй знаю, что-то снять еще. Поэтому... синькой будьте очень осторожны, это опасная вещь, это нихуя не игрушки вам нахуй, как говорится. Это реально опасная хуйня. Если, блядь, не дай бог, блядь, забухать так в запой, это пиздос нахуй. Я ебать не хотел больше такие запои, блядь, как вот раньше. Не как сейчас, сейчас-то ладно, хуйня запой там небольшой был, там, и не очень сильный. А вот как у меня бывало в жизни, блядь, ебать, это пиздец нахуй. Нахуй оно нужно. Поэтому тут, я как уже говорил, либо пьешь очень аккуратненько, если ты умеешь пить, вот, либо нахуй вообще тебе бросать нахуй. Вот, то есть нельзя пить. Просто есть люди, которые, блядь, либо они все, они жрут уже конкретно нахуй, целыми сутками нахуй, напролет. Так, пока, блядь, им, я не знаю, вплоть до реанимации, до капельницы и так далее, все, никак и остановиться не могут, нахуй. У меня вот один там сосед, например, взрослый уже мужик, он говорил то, что, блядь, полтора месяца, ну сколько, месяц чем-то уже бухает, нахуй, и вообще слезть не может, нахуй, и круглосуточно пьет, блядь, вообще круглосуточно. Ну это пиздец, говорю, это не делал нихуя, во-первых. А, во-вторых, что еще хотел сказать, небольшие новости. Сегодня какое число, 25-е? 23-й. Да, 23-е, блядь, сегодня. Время сколько? 18. 6 часов вечера. И, значит, еще один пацан тут разговорились как-то. Он говорит это. Нет, ты что, ёбнутый, что ли, блядь, говорит. Я не так, как ты, блядь. Ты, ладно, там, так въебал, маленько въебал, потом что-то, блядь, поспал, еще на работу ходишь. А он говорит, а я не так, нахуй. Я либо, нахуй, бросаю, все. И в завязке там какое-то время, допустим. Ну или какое-то, неважно сколько. Если я начинаю, то все нахуй. Я, говорит, жру уже конкретно, блядь. Уже все нахуй. Это в запое там, все в пьяном угаре уже целыми днями. Бля, это как так нахуй? Это, блядь, свой организм так насиловать. Да ну ее нахуй, ебать, там в страданиях лежать. Ебать, я не хотел нахуй так пить, блядь. Он говорит, не, нахуй, я либо не пью, либо, блядь, хуярю конкретно, короче. Вот я и говорю, вот. Такие люди есть, а вот если такая тема, то нахуй надо пить вообще, я хуй знаю, в чем прикол, блядь, не проще ли бросить нахуй, просто забить хуй, блядь, и не мучиться нахуй, и там, блядь, я не знаю, деньги зарабатывать, чем-то заниматься, каким-то хобби, работой, ремеслом, неважно, вот, я вообще-то таких людей не особо понимаю, если честно, у меня, слава богу, блядь, не совсем такая ситуация, я могу более-менее аккуратно пить, вот. Ну, короче, такие новости были на сегодня, на 23 июня. Все, пока.